Британский телеканал Sky принял предложение о поглощении от американского холдинга «21-е столетие Фокс», который принадлежит медиамагнату Руперту Мердоку. Стоимость сделки, которая должна получить одобрение регуляторов, оценивается почти в 12 миллиардов фунтов стерлингов. Корпорация Мердока уже владеет 39% акций телекомпании Sky и хотела завершить поглощение раньше. Но планы были сорваны из-за скандала с незаконным прослушиванием телефонных разговоров знаменитых людей журналистами из британского таблоида News of the World, который принадлежал Мердоку и был закрыт в 2011 году.